До продолжения первенства России по футболу в зоне Запад остались считанные дни. Уже в субботу текстильщик проведет первый домашний матч в этом календарном году. Тренировки идут полным ходом. Футболисты готовятся к игре и физически, и психологически. Команда сейчас на первом месте, а это огромное давление. Важен правильный настрой и футбольное спокойствие. Готовимся, как обычно готовимся, в штатном режиме. Настраиваемся, все прекрасно понимаем, очень ждали долго эту игру. Задача только одна – остаться на этом первом месте и выиграть все оставшиеся матчи. На зимних спортивных сборах у команды уже была возможность сыграться в обновленном составе. Главный приятный сюрприз для болельщиков – возвращение в команду не больше, не меньше героя футбольного 2012 года, автора 14 голов Константина Подкорытова. По его мнению, за год отсутствия команда изменилась. Много новеньких ребят, да, с кем-то играл. Ну, все хорошо, я не знаю, как описать свои чувства, но готовимся, все как будто не уходил отсюда, такое ощущение. Будем стараться, чтобы показать качественную игру и чтобы был результат. Этого ожидаем от себя. Как сыграются вместе двое лучших бомбардиров текстильщика за последние годы, ивановские болельщики увидят уже в эту субботу. Матч начнется в 17:00. Первым соперником текстильщика после пятимесячного тайм-аута станет костромской «Спартак». Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.